Ну как, почему мы пришли на концерт? Потому что нужно поддерживать нашу страну, нашего президента, наших мужчин, которые сейчас защищают нашу страну. Соответственно, все мы, сплотившись, можем помочь всем нашим мужчинам. Поддержка президента сейчас очень нужна ему. Поддержка общества, поддержка президента, национального лидера, да, что он ведет правильный курс. Мы полностью с ним солидарны и хотим, чтобы наша страна как можно быстрее остановила войну. Вот. А для этого требуется мобилизация народа вокруг национального лидера. Вся страна сегодня здесь, в Лужниках. Потому что сейчас идет война на выживание, на уничтожение России, так сказать. Поэтому сейчас это важно, как никогда. И, собственно, начинается у нас решающая фаза этой борьбы с Западом.